на землю падать неудобно. Всем привет! Сегодня 20 октября, Московская область. Я собираю урожай белокочанной капусты среднепоздних сортов. Выращивала для хранения и для квашения. В этом году я выращивала два гибрида. Это мегатон и килотон. Вот сейчас я очищаю гибрид килотон. Первый год его высаживала. Купила, потому что на данный момент не было семян мегатона. Ну, думаю, попробую. Осталась довольно хорошая капуста. Понравилась. Она не такая крупная, как мегатон. Кочаны поменьше, но они аккуратные, плотные. И видно, что она такая хрустящая и очень сочная. Отличные вилки, ни один не лопнул. Здорово, буду высаживать и в следующий сезон. Следующий гибрид — это мегатон. Здесь вилки покрупнее. Наросли у меня в этом году по 7 и по 8 килограмм. Выращиваю ее уже довольно-таки давно. Нравится. Я, знаете, уже с гибридами и с сортами капусты белокочанной именно позднего срока созревания для хранения и для квашения я не играюсь. Вот мне нравится мегатон, вот я его и сажаю каждый год. Я знаю, что он у меня получится и вырастет. Ну, сейчас в коллекцию добавится еще и килотон. На рассаду высаживала эту капусту в начале апреля, насколько я помню. Но у меня есть видео, как я высевала семена капусты поздней. И высаживала уже рассадой в открытый грунт. Я потом покажу место, где я уже в течение, наверное, 4 или 5 лет высаживаю капусту на одном месте. Оп. Сейчас что сделать нужно? Сейчас я ее зачищу, все вилки, оставлю на открытом воздухе, сложу ее на этот стол. И пускай она слегка обсохнет. Потому что у нас с утра уже дождик прошелся. Несколько кочанов я сразу заберу домой. Буду квасить. Остальное опущу в погреб. Храню я капусту в пленке, в пищевой. Я думаю, многие сейчас так хранят. Но реально способ неплохой. Капуста хорошо хранится. Ну, тоже, чтобы она вся была зачищена, чистенькая, без повреждений. Плотно закрыть ее пленкой пищевой. И будет она храниться довольно-таки долго. Капусту за сезон я ничем не подкармливала, не обрабатывала. Нет, ну что значит не подкармливала? Я вначале, после высадки, поливаю зеленым удобрением. Все, в этом году у меня вся подкормка и закончилась. Не от того, что я принципиально ее не подкармливаю, а от того, что мне некогда было. Поэтому проливала первое время зеленым удобрением, и все, больше ничего. А вообще я еще люблю подкармливать гуматом. Очень хороший эффект дает. Капуста тоже вся хорошая, чистая. Ну, вот в этом году ничего не делаю, тоже довольно-таки хорошая чистая капуста. В этом году хочу, сейчас я вам покажу место, где я выращиваю капусту, это возле теплицы. Я уже сказала, что
года 4 ее там высаживаю, а то, наверное, и 5. И в этом году я хочу перекопать этот участок земли и раскислить пушенкой. И добавить немножко перепревшего навоза. В общем, все это перепахать. Потому что земля, я вижу, что немножечко все-таки она подустала. Так, это моя теплица стеклянная, огуречно-перечная в этом году. Видите, я ее тоже уже помыла, подготовила к весне. А здесь тот самый клочок земли, на котором я выращиваю белокочанную позднюю капусту. Почему решила, что у меня земля здесь начала кислить? Потому что в этом году начала расти трава. Я не помню, как она называется, она на кислых почвах растет в виде елочки, похоже на такую мелкую елку. Добавить на этот клок земли доломитовую муку, здесь 5 килограмм, рассыплю ее, затем добавлю перепревший навоз на такой клочок земли, тачки 3 я сейчас завезу, и все перекопаю. Землю терпеть не могу копать, но ничего не поделаешь, нужно все это внести, не просто поверху посыпать как солью, а чтобы это все уже поработало на глубине. Все, сейчас начну подготовку. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. Всем пока!